В Марийском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории имени Васильева прошла научная сессия по итогам работы за 2019 год. Событие ежегодное и приурочено ко Дню российской науки. Для ученых это возможность подискутировать и представить результаты собственных изысканий в самых разных областях – от археологии и истории до социологии. Ко Дню российской науки мы ежегодно проводим, начали второй год уже, проводим научную сессию по итогам научно-исследовательской работы за отчетный период. Это одна из интересных познавательных площадок для каждого исследователя, где предоставлена возможность показать свои научные результаты, провести апробацию своих научных трудов, решить некоторые вопросы, которые возникают по мере исследования своей плановой научной темы. Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории – единственное научное учреждение, которое является координатором в гуманитарной сфере деятельности. И в настоящее время у нас функционирует 6 научно-исследовательских отделов. Напомню, Марни Яли вносит существенный вклад в развитие гуманитарных наук в республике. Многочисленные исследовательские труды, продвижение современных концепций и направлений – все это часть работы института. Много полезной информации можно почерпнуть из журнала «Финно-угроведение», который выпускается институтом. В этом году вышел его юбилейный 60-й выпуск.